мы еще не дошли до некой приоритетности, поскольку мы устроены так, что очень многие вещи решаются политической волей, наше государство устроено так, мы не дошли до приоритетности в верхних эшелонах вот воли по отношению к инвалидам, по отношению к тем, кому помощь нужнее. И если бы этим занимались больше, у нас на самом деле очень сердобольный народ, очень отзывчивый. Я могу сказать, что программа «Русская рулетка», давным-давно канувшая в лету, канула в лету, потому что у нас люди проваливались, игроки. А зрители у нас, их жалели. Они говорили, мы не смотрим вашу программу, потому что нам людей жалко. У нас сердобольные и очень отзывчивые люди. Просто мы должны привить им эту культуру и привить ее с помощью, зачастую. И, в общем-то, я бы не особенно не жалел на это денег, привлекая административный ресурс. То есть научить людей тому, что благотворительность, участие, отзывчивость – это есть имманента жизни любого человека, любого общества. Это необходимо присущее, это не периодически возникающее, а это просто есть часть нашей жизни. И давайте мы совершенно спокойно, я не думаю, чтобы кто-то это воспринял с отторжением, давайте просто будем жить по немножечко другим принципам, более новым, более гуманным и более правильным.